Всем привет, ребята! Вы на канале Миша и Собакин Фредик. А сегодня я, как вам говорил, сегодня у нас будет 3 ролика. Положите. Так. Сегодня мы с вами... Извините, что я начинаю так поздно ролик в 4:22, но я хочу его подлиннее сделать, потому что... А мне нужно его подлиннее сделать, а мне нужно выложить. Если я подлиннее сделаю, то мне времени хватит, чтобы его выкладывать. Просто у меня с ушами проблемы, ну, сами понимаете. Так, мы сегодня будем рисовать что? Давайте Пикачу нарисуем. Как я... вот у меня там висит Пикачу, кто обратил внимание. Сегодня можем, в принципе, нарисовать его. Сейчас выберу какого. Так. В принципе, нашел. Отлично. Так, я ее делаю побольше, его покажу. О, нет, такой нет, он большой. Вот заранее, если бы я сделал и выбрал. Ну, не могу. Так, давайте. Ну, в принципе, такой неплохой. Так, я выбрал, так что сейчас я вот сейчас я уберу тут файлы лишние. И начну. Выбрал Пикачу я такого. Конечно же, нам нужно закрыть, иначе у меня не получится. Даленька. Я сегодня, кстати, снимаю свой ролик в черной рубашке. Я рубашку кто заметил. Так, и свет выключить. Так, надеюсь, меня видно. Так, вот листик у меня лежит. И приступаем. Так. Так, ребята, ребятки, давайте сейчас я не буду мучиться. Я сейчас быстренько его нарисую, а потом вам покажу. Просто вот это... Я не смогу так долго. Я так просто буду долго рисовать. Хорошо? Так что... Давайте так. Сейчас я поставлю видео на паузу. И сами увидите потом конечный результат. Ребятки, вы думали, что я так буду долго рисовать? Но нет. Смотрите, я начал рисовать в 20 минут, а сейчас уже 29. Так что я нарисовал его за 9 минут. Получился у меня пока такой. Ну и сейчас будем разукрашивать. Только не маскерами, а карандашами, чтобы нормально получилось. Потому что вы сейчас у меня на маркере находитесь. А я не хочу так. Я хочу с вами разукрашивать. Так. Давайте первое. С ковым мелком. Вроде нормально. Вот если вы не слышите этот звук, но... Вообще божественный звук. Вы сейчас не слышите, но я сейчас когда... Ну, если вы вдруг услышали, но я сейчас когда рисую, прям такой звук красивый. О, мама дорогая. Так, у него здесь должен быть желтый. Опа.
Не знаю. Симпатичный такой, нормальный. Ну, ребята, у меня он нормально получается. Сейчас я потом выезжу и все. А, сломался, едыть колотить. У меня воскло мел сломался. Отлично. Какой он тут цвета? Темно-коричневый. Какой вот есть? Приятный. Ребята, вот я... Вы же не можете моего Пикачу потрогать, но... Он такой приятный. Не поверите. Так. Ну что, больше коричневого нет? Серенький возьму. Моя задача закрасить это. Потемнее сделать. Оп. Ну, вроде он потемнее стал. Так, мне теперь нужно какой? Такой красненький возьму. Слегка. Ну, в принципе, ребята, он получается у меня такой нормальный. Так, глаза у него черненькие. Ага. Ребята, кстати, хочу напомнить, что этот ролик я не сам придумал. Мне вот я одного человечка спрашиваю, а какой мне ролик снять? Он мне говорит, сними ролик. Он мне уже давно говорил, сними ролик. А какой? Я спрашиваю, как я рисую? И этот мне человек сказал, это, я еще говорю имя этого человека. Имя этого человека девочка. Фамилия Шипицына, имя Саша. Прямо как я вам давно и говорил. Вот она мне сказала, сними ролик, как я рисую. А я подумал, неплохо как раз. Но жалко, она не у меня живет. Прости, Господи, что я сейчас, если ты смотришь вот это, я говорю, но прости. Но жалко, она не в моей квартире живет, но или в нашем доме, например, вниз на этаже, или как соседи просто... Я не знаю, какой второй ролик сделать. Я-то знаю, что из каких-то ролик, третий ролик, наверное, будет Ветхим Заветом. Я не знаю, какой второй сделать только. Я не знаю, как я его буду делать. Если я не знаю, какой мне сделать. Ладно. Сейчас сделаю и все. Опа. Ну, такой нормальный получается. Ну, я, честно говоря... Рисовать я вообще не умею. Ну так. А, ну слушать. Вроде нормальный. Тут только нужно добавить его. В принципе, нормально. Сейчас я желтые линии закажу. Какой красивый. Мать моя женщина. Я бы его съел. 100%. Ой, ребята, я забыла ядрить, колотить. Я вспомнил. У меня только что пришла идея в голову, что... Лучше бы я не Пикачу рисовал, а Чебурашку ядрить, колотить. Вышел уже недавно фильм Чебурашку. Блин. Ну что? Хотя, ребятки, у меня есть идея. У меня по расписанию в пятницу стоит ролик. Я могу этот ролик снять, как я рисую Чебурашку. Неплохо. Так, ребятки, сейчас я вам буду говорить расписание роликов, чтобы вы... Каждый день не заходили или смотрели, выживали или нет.
Смотрите, на неделю у меня выходит 4 ролика. И не думайте, что я сворвал это из-за 4. Нет, это я сам придумал. Смотрите, в понедельник у меня выходной, у меня никакого ролика нет. Во вторник у меня есть ролик. 2 или 1, потому что я хожу на шахматы. А в среду ролика у меня нет, потому что я хожу на программирование. Но сегодня его не было, я сегодня захотел снять ролик. В четверг у меня нет ролика шахматы, а в пятницу есть. А, ну, вы сами уже поняли, что в субботу-воскресенье я, короче, это не ролики, я, короче, веду службы и высылаю в мой канал. Вот так. Если подсчитать, то 4 ролика в неделю. Кто не знает, что когда заканчивается неделя, начинается она с понедельника, заканчивается воскресенье. Если кто не знает. Но я думаю, все знали об этом. Мне нечем говорить это. Ну как сказать, ребят? Получается у меня супер. Ай, едрить, колотить, я не успеваю. Ребят. Ёпси-мопси. Ребятки, я извиняюсь, если я этот ролик выложу очень поздно, но... Вот видите, выйдет где-то, может, в 5 или в 10. Хотя, зачем я это говорю, если... Итак, вы и так этот ролик смотрите сейчас. Да, я знаю, ты смотришь. Ну, ребятки, хочу сказать честно, сейчас просто я видео снимаю. Я не трансляцию снимаю, вы сейчас меня не смотрите. Но вы меня сейчас смотрите, но сейчас, когда я снимаю, никто меня не смотрит. Потому что я сегодня же видео на телефоне записываю. Вот так. Потом это видео выкладываю, и уже меня там смотрят. Селец. Готов. Я свое творение сделал. Прям подпишу, кто это. Это прям буду знать, что Пикачу. Так, я вам показываю. Не буду, конечно же, пока что. Сейчас я всего лишь... Сейчас так поставлю пока что. И подпишу. Пикачу. Вот. Вот так он выглядит. Готов. Когда я сейчас закрою камеру. Раз. Два. Три. Вообще какой-то мопс получился, честно говоря. Но у меня тут белые линии остались. Но вроде неплохо. Вроде неплохо, красивый Пикачу получился. Я его приклею. Кстати, я вам забыл, я хочу вам еще показать, что я нарисовал. Смотрите, тут у меня есть Амогус Пикачу. Амогус распечатан Пикачу. Амогус. Амогусы. Эдисон. Вот это Эдисон. Это я сам его нарисовал. Так. Амогус. Амогус. О! Сейчас только включу светик, то мне ничего не видно. Опа! Ну что ж, ребята, я думаю, что вам понравился этот ролик. Потому что я старался. 4:40. Через 20 минут будет 5 часов. А мне нужно его быстро выложить. И думать над вторым роликом. Так что, ребятки, всем пока. Я буду этот ролик выкладывать. Подписывайтесь на канал Миша и Собакин Фредик. Ставьте лайки. Всем пока.